Ребята, видите, какие у нас талантливые есть ребята в студии? Давайте похлопаем им. Очень-очень громко, вам понравилось? Класс. Ань, ты помогаешь теперь матрасы выносить? Да. Ладно. Ребят, вы когда-то задумывались о том, есть ли у вас крылья? Что дети отвечают, да, потому что дети всегда верят в чудеса. Это наши мечты, цели и вдохновение. И чем больше, чем сильнее мы мечтаем, тем выше мы способны взлететь. Но бывает, что-то внутри не дает нам оторваться от земли. Я предлагаю сейчас всем-всем-всем закрыть глаза, представить самую заветную мечту и полететь. Смотри, я тебе.